Ульяновское отделение «Альянс Францез» на территории Российской Федерации стало 13-м по счету представительством, которое станет важной образовательной платформой и одновременно диалоговой площадкой для развития сотрудничества с регионами Франции. Его возглавил известный ульяновский бизнесмен и меценат Михаил Урясов. В мероприятии принял участие губернатор Сергей Морозов. Сказать о том, что это долгожданное событие, это значит практически промолчать. L'ouverture officielle de l'Alliance française est un événement remarquable pour nous tous. Для нас, сибирян ульяновцев, это знаковое историческое событие. Pour nous, les habitants d'Ulyanovsk, c'est un événement remarquable, vraiment remarquable. Франция наш главный союзник, наш давний традиционный партнер. La France est notre partenaire traditionnel et de longue date. Ну и, конечно, наши человеческие, государственные отношения имеют глубокие исторические корни. По словам главы области, опираясь на добрые традиции прошлого, регион и сегодня успешно развивает двусторонние отношения с Францией. Только за первое полугодие этого года внешнеэкономические отношения Ульяновской области с этой европейской страной выросли на 20%, а общий объем капиталовложений французских компаний, которые работают на территории региона, составил уже почти 4 миллиарда рублей. Почетным гостем торжественной церемонии открытия Ульяновского отделения «Альянс Францез» стал посол Франции в России Сильви Аньес Берман. Она отметила, что «Альянс Францез» не единственный совместный проект региона с Францией. Вот когда я ехала сюда из аэропорта, я видела и «Ашан», и «Леруа Мерлен», все это французские фермы, так что в этой области, как вы знаете, мы очень много сотрудничаем, но не только. Скоро ферма «Ле Гран» открывает здесь, будет осуществлять большой проект. Кроме этого, у нас еще есть проекты в области авиастроения. В разговоре со СМИ госпожа Берман призналась, что пишет книгу о России, в которой она обязательно расскажет о всех российских регионах, в том числе и об Ульяновской области. Также на торжественную церемонию открытия Ульяновского отделения приехал сам президент фонда «Альянс Францез» Ален Пьер Дежен. Госпожа посол, уважаемый господин губернатор, уважаемый госпожа министр международной связи, господин президенты Альянса Францез, дамы и господа, дорогие друзья. Открытие 13-й Альянс Францез в России свидетельствует о динамизме нашей интернациональной сети, которая родилась 135 лет тому назад. Президент фонда напомнил, что французская ассоциация была основана летним июльским вечером 1883 года. Инициатором ее создания был известный дипломат Поль Камбон с целью распространения французского языка по всему миру и содействия диалогу культур. На сегодняшний день организация насчитывает 1072 представительства в 146 странах мира. Сразу после церемонии открытия гости посетили открытые уроки нового центра. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Ул-Правда ТВ.